Привет, моим звездочкам, у нас с вами сегодня мультиреакция. Как я уже говорила ранее, мультиреакции будут выходить реже, по особым каким-то случаям. И вот несколько новинок, которые я не хотела пропустить совместного просмотра с Айвиками. Мы сегодня посмотрим новинку от aespa, также Tomorrow by Together их релизы. Но у нас будет еще сюрприз сегодня, мы посмотрим трэжи, ммм. Короче говоря, давайте начнем с девчонок aespa Black Mamba, их релиз называется... Ой, наушники. Как можно не одеть наушники, при том, что звук будет идти только в наушники, больше никуда. Только в наушники, больше никуда. I just wanna be your boy. I'll be your boy. Я что-то не то пою, да? Или то. Поехали, Black Mamba. Очень ярко. Ноги. Карина, привет. Ну, типа, я знаю всех девочек уже, походу, да, в группе. Коготки такие. А, о! Прикольно, это она на телефоне, типа, включила локацию. А, смотрите, как будто они сами живут в виртуальном мире. Класс, мне очень нравится вот эта вот локация с этой зайкой. Это не Мин была или кто-то, или... Ой, вот. Или Жизель, короче, ладно. Вот этот кадр очень крутой, но мне не нравится вид со стороны попы с шортиками, что-то не знаю. Хотя камера очень круто работала. Хорошая песня. О, круто. Так, они, походу, несколько раз за клип перекрашены, не? Так, это все-таки у нас Жизель. Она такая выразительная, круто. Слушайте, у Винер очень крутой голос. Прикольно. Да, нет, смотрите, это все-таки была не Мин там. А, вот тут шортиками все равно хорошо получилось. Прикольно, класс. Слушайте, у меня аж мурашки пошли. Да, это из интряхи. Ну-ка, напишите мне, кто это. Это что же, какая-то, наверное, или актриса, или исполнительница. Я ее не узнала. Ну, ребят, мне нравится. И песня хороша. Вот она, Виннер на раковине сидит. О, аватары. У нее опять мурашки бегут. Очень круто, ребят. Класс. Момент шикарный был. Я не слишком поняла по хореографии. Все? Не. Мамба. Какая-то субстанция. А, вот. Это они же или это их аватары? Или что это? Что это в конце поднялось такое оттуда, Валь? Так, все, у нас логотип будет. А, я уже собралась выключать. Хорошо, у нас какое-то прекрасное место. А, вот и все. Ты-тыщ. Конец. Если вот прям выкинуть из головы все вот эти вот волнения, которые были перед дебютом девочек, и я уверена, что будут, в принципе, продолжаться еще какое-то время, шикарнейший релиз для дебюта, вообще превосходно, на мой взгляд, обалденные локации, все именно как я люблю, причем это еще и сделано
стильно, модно, молодежно, современно, под нынешние тренды. И девочки очень голосистые, песня. Я несколько раз послушаю, уверена, что я подсяду прям крепко на нее. Но пока что после первого прослушивания она мне показалась просто прикольной. Просто прикольной, просто неплохой. Все-таки я путала периодически девочек, когда их там перекрашивали, чуть-чуть не сразу узнавала. Но это нормально, я не ставила перед собой цели прям сразу их запомнить. Все хорошо, все случилось, все произошло. Максимально сложно СМ приходилось в это время, как и девочкам, но получилось. На мой взгляд, получилось. Несмотря ни на что, получилось. Ладненько, смотрим с вами дальше. У нас второй релиз по плану. Это Tomorrow by Together. Так, стоять, не двигаться, бояться. Я бы вообще взяла с собой попить, но пока я поставила камеру, я все выпила. У меня пусто, а я хочу пить. Я смотрела их индивидуальные. Ай, такие хорошенькие. Мне так нравится Ян Джун и его тизер. Опа, что там? Что там у нас? Вот, вот эти моменты. Боже, какой он здесь. Блин, не описать просто словами. Он, с одной стороны, очень молодежно, утонченно и мужественно выглядит. Помню, такой милый был. Блин, же там много кадров, я не успеваю все разглядывать. Привет! Чунин! Ай, такой вокал, какой вокал. Тихончик. Ой, какой взгляд. Мне нравится, как снято. Как ты звучишь, Сюзбин, ты просто прекрасен. Из тизера. Ай, Боря, я не могу не будет это делать. О, вау, класс. А какое звучание необычное у песни. Ой, Фюнин, как всегда, твоя шевелюра сводит меня с ума. И этот круг для съемок, светящаяся лампа. Ай, как классно, да. Побежали. Мне все они здесь нравятся. Опять у нас какая-то, блин, вот эта фишечка, да, вроде бы супер мило. Вот этот мне тоже момент нравится, где Тэхён бросает мяч еще из тизера. Блин. Что я хочу, что я говорила, все забыла. Ух ты, блин, рисованный. А, по поводу того, что какая-то не крипаца, но что-то такое присутствует здесь, какие-то прям миллисекунды. Он играется. Динозавриков. Вот эта штука у него похожа, знаете, когда свитер снимал и не снял, и вся рукава. Это, скорее всего, шапка такая. Тэхён, давай, класс. Я фанючу, ребята, да? Каску одел, вот если на голову свалится. Какой был только что в призёчке у нас Ян Джун, боже мой. Куда смотреть? Дайте мне, пожалуйста, еще 4 набора глаз. Смех. У меня тоже смех за окном. Вау, прикольно. Что происходит? Куда падает телефон? Как будто другой постой попал. Мир, короче говоря, там за. Как классно снято, ребята. Такие кадры. А, масочка. Очень актуально нынче, да. Мне очень нравится песня. Она еще не закончилась, а я уже фанат этой песни. Я когда фанючу так, мне потом стыдно публиковать реакции. Как красиво. Они такие все цветные. Ай, хочется взять и забрать себе всех сразу. Так, телефончик, а все такое холодное. Так, типа крыша. А, это стол, я поняла, это стол был. Только поняла, кстати, тизер был, но я не разглядывала, что там было. Стол, не стол.
Мне не понравилось. Я ничего не буду говорить. Мне просто все понравилось. И песни, и мальчики, и кадры. И очень многим был напичкан. Говорю, не буду ничего говорить. Клип был многим напичкан. Звучание прекрасное. И каждый мальчик по отдельности просто неописуемый. И вместе тоже, да. Давайте посмотрим трейлер. Я предлагаю посмотреть трейлер. Я слишком долго ждала, чтобы посмотреть этот клип. Я себе, вы уже поняли, да, Кропаль подспойлерила. О, боже, как они круто. Джихун, привет. Круто. Слушайте, ему так прикольно с вот этой укладкой, с такой, такой он какой-то. Лидер, пошел. Хёнсок с косичками, он постоянно такой разный. Класс, класс, двигается, классно, очень классно, классно, классно. Я еще миллиард раз скажу. Едамчик. Ему тоже очень идет с этим, типа, малета. Ему такой красивый макияж глаз сделали на его красивых глазах. А, да. Окей, Макне, я поняла, ему уже можно такое показывать? Он нас соблазнял только что, открыто. Ох, блин, как круто. Вау, вау. Но я этот момент уже видела, но все равно вау. Слушайте, ну очень со вкусом сделано. Юаши. Он с голубым какой-то цвет бирюзовый. Выглядит, я не могу, да и он. О, май гад, он супер красивенький. Машихо. Мне так нравится этот что? Язык показал. Господи, да все, ребята, что вы творите? Опа, попадали все. И мы тоже с вами. Ой, а, я не могу, мне в этом релизе очень-очень нравится Асахи. Так, и у Джихуна, да, походу, это такой мятный свет? Я думала, сейчас будет трэш-ревью. О! О! Класс! Снято шикарно и так мощно, такое мясо, прям мясо, ребята. Хэнсоки! Ой, блин, как классно! Крутая хореография! И, как обычно, все очень круто снято, мальчики просто шикарнейшие. Сокровище, сокровище, ребята! Короче, это у нас очередной сингл, а я хочу уже альбом, я хочу больше, больше, больше и больше музыки этих ребят. Я скажу, что мне в этом релизе больше всего прям вот, ну знаете, удивил, даже не удивил, я не знаю, как выделился, да нет, они все были крутые. Какое слово подобрать? Прям захватил мое внимание мега-супер-пупер образ Асахи. Он такой хорошенький был просто. Еще мне кажется, лидеру Хёнсоку тоже идут вот эти вот косы, и вообще ему каждый раз мне нравится, что не перестают экспериментировать с его образами, и что он постоянно такой какой-то такой новенький у нас. Еще и да, преобразился, он и так красавчик, а тут вообще некоторых ребят я не упомянула, потому что не знаю почему, совсем ничего не сказала про Джихёка, что-то вот он промелькнул мимо моих глаз, и почти ничего не сказала про Дайона, Чону, например, да, вот, какие-то мальчики еще провалились у меня в этом всем, но мне нужно еще разочек смотреть, и тогда я, наверное, получу полную картинку и полное удовольствие. Реакция на 7
закончено. Спасибо большое всем, кто провел это время со мной. Я пойду монтировать реакцию. Сейчас еще раз пересмотрю те релизы, которые я только что смотрела. Так мне хочется, но уже без вас. Ставьте пальцы большие вверх, если хотите. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Aritube, потому что основная тусовка сейчас будет проходить именно там. И я вам шлю огромнейшее такое вот сердце. Но на самом деле оно вот такусенькое, малепусенькое. И вообще абсолютно не отображает всю любовь, которую бы мне хотелось вам послать. Закругляйся, Аря, уже все, закругляюсь. Саран-саран, с вами была Ариран. Я вас всех люблю и целую.